Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео вы узнаете, как использовать оператор языка запросов Google плюс и минус. Оператор плюс означает обязательное включение слова в текст, а оператор минус – обязательное исключение слова из текста. То есть, если вы перед какими-либо словами поставите плюс и минус, значит, то слово, перед которым будет плюс, обязательно будет содержаться в результате, а перед которым минус, будет отсутствовать в результатах поиска. Когда это может пригодиться и как их использовать, вы сейчас увидите наглядно в примере. Недавно в одном из автомобильных журналов я прочитал статью о новом внедорожнике от Mercedes GLC с расходом топлива 2,6 литров на 100 километров. Я решил поискать информацию об этом автомобиле в интернете. Если просто набирать в поисковой строке Mercedes GLC, то результат будет нулевой. Выдаются результаты GLK. Поэтому используем оператор плюс языка запросов Google, для того, чтобы в результатах обязательно были три буквы GLC. Но и это не очень помогло. Приходится применять второй оператор минус, для того, чтобы исключить результаты с GLK. И вот сейчас вы видите, что такой запрос помог найти информацию о том автомобиле, который меня интересует. Mercedes GLC. Переходя по ссылкам, можно ознакомиться со статьями об этом автомобиле. Посмотреть, как он выглядит снаружи, спереди, сзади и ознакомиться с интерьером. Но как же найти подтверждение информации о том, что расход топлива 2,6 литров на 100 километров? Для этого в запрос я добавляю слово «гибрид» с плюсиком, потому что помню, что в журнале было написано, что это гибридный автомобиль с электродвигателем. По первой ссылке из результатов поиска я сразу попадаю на нужную мне информацию. Действительно, 2,6 литра на 100 километров. Просто автомобиль мечты. Итак, вы убедились, что используя операторы плюс и минус, я нашел интересующую меня информацию менее чем за 3 минуты, что не смог сделать бы без этих операторов и за большее время. Приглашаю вас на мои онлайн-курсы, которые помогают беречь время и экономить деньги.